Второй год подряд отделом социально-воспитательной и культурно-массовой работы КФУ для студентов очно-бюджетной формы обучения в летний период организовывается оздоровление на базе практик и отдыха «Прометей» в Алуште. В этом году за период с 20 июня по 23 августа было проведено 6 заездов для 230 обучающихся структурных подразделений и филиалов университета. Я думаю, в следующем году мы продолжим эту практику и будем уже не только в летний период, но и в течение года давать возможность нашим студентам, активистам участвовать в этой программе. Потому что сейчас, в первую очередь, это для льготников, это студентов неполных семей, многодетных, инвалидов. Ну и, естественно, мы стараемся, чтобы наши активисты, проявившие себя в общественной, спортивной жизни, попали на отдых. А в течение года это тренинги, соревнования и всевозможные яркие события. Поэтому, я думаю, нашим студентам понравятся наши достопримечательности крымские. Я думаю, что это есть возможность познать не только дары природы в виде моря, чаек, леса и гор, но это еще шикарные знакомства. Для отдыхающих на базе была организована программа активного отдыха, ежедневная зарядка, спортивные соревнования, турниры, игры, а также экскурсионная программа, поездка на гору Демирджи и в ялтинский зоопарк «Сказка». На этом отдыхе я уже второй раз. В прошлом году мы ездили сюда с коллективом танцевальным. Я в полном восторге, как и в прошлом году. Уровень растет. В принципе, условия вообще просто замечательные, кормят нас вкусно, сытно, море теплое, ну, правда, были вчера волны. Коллектив очень дружный, интересная программа, поэтому мы всем довольны и всем советую сюда приехать. Я тут уже второй год, и второй год очень довольна всем, очень нравится, дружный коллектив, интересно проводить время. Вот. Несмотря на даже на плохую погоду, мы все равно очень интересно и познавательно проводим время, играем в разные игры. Оздоровление на базе практик и отдых «Прометей» – это отличная возможность для студентов насладиться летом, крымским солнцем, набраться сил перед учебным годом, а также завести новые знакомства.